тому, что начал, о чем начал говорить 2 недели назад. Кто запомнит, о чем я говорил 2 недели назад? Мы начали учить послание Иоанна. Я прошу, чтобы каждый дома повторил то, что мы изучили и прочитал. И в первой главе мы выучили только первые 11 стихов. Я не хочу возвращаться к тому, о чем мы говорили. Но я хочу напомнить одно. Вы помните, что он не был обычным парнем. И то, что он написал, он открывает свое написанное более мистическим образом. То есть, если остальные, Марк, Лука и Матфей, писали более понятным языком и понятным для нашего осознания, системным образом. То есть каждый, кто читает, может понять, что он Машиах, потому что он это сделал, потому что он подходит по то или иное описание. Но Иоанн использует другой дар свой. Он мистический парень. И прошло очень много времени после того, как случилось определенное событие. Поэтому он не особо заботится о том, чтобы написать все в хронологическом порядке. Но его цель прикоснуться к нашей душе напрямую. Я помню один стих из Псалма, который говорит, что Слово Божие чисто, и оно очищает душу, возвращает душу, оживляет душу. Примерно то же самое мы переживаем, когда мы читаем то, что Иоанн нам написал. Поэтому те из нас, которые считают себя людьми логичными и рациональными, возможно, вам немножко сложно читать его. Но я так предлагаю вам читать его. Потому что то, что Дух Святой дал через него, прикасается к нашей душе. Мы сегодня плотно будем работать с Писанием, поэтому кому нужна Библия, скажите. Откройте, пожалуйста, от Иоанна 1 главу. Я начну с 12 стиха. אבל לאלה אשר קיבלו אותו, המאמינים בשמו, נתן תוקף להיות בני בנים לאלוהים. אתם כתובים приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. ובעברית נשמע פה קצת שונה מרוסית. На иврите немножко отличается то, что написано на русском. Русит מדובר על סמכות. На русском языке говорится тут про власть. А ובעברית המתרגם משתמש מילה תוקף. На иврите переводчик использует слово срок. Такев. Срок. Мазе такев. Что значит срок? Шанахну химле маколет. Когда мы идем в супермаркет. Ванахну куним йогурт. И покупаем йогурт. А рабим итану мият мистаклим ала таарих. Многие из нас смотрят, что там, какая там дата стоит. Такев ад. Что этот срок годности до определенного времени. Ахарках. Зел. А потом уже не стоит его есть. А вообще, а йогурт фарбомикарер. Но когда йогурт уже в холодильнике, а запах от доместителя кто? Уже не смотрит никто на срок годности. А так целых не соединяется. Нужно завершить, закончить его. Моя дочка старшая Ширли даже в холодильнике проверяет срок годности. Когда что-то прошедшее срок годности собирается выкинуть, я кричу: «Оставь, я это съем».
им самхут льет баним ле Элухим, зе ле обед ках. Но с властью быть чадами Божьими так не работает. А машмаут шел маши Йоханан котев кан. Смысл того, что Иоанн здесь пишет, значит, нам нужно помнить, что в бытие Адам был сотворен, чтобы быть сыном Бога. Он был сотворен, он был настолько близок к нашему небесному Отцу. Он переживал Бога. Маше пам ехад амар, недугма, Давид, мелех Давид, шивити Адонай ленити тамим. То, что сказал один раз царь Давид в псалме, я всегда перед собой видел Господа. Ве, камуван, зе ло бидюк ше ура ото бейнаим шело. Не то, чтобы видел своими глазами. Хава ото. Он переживал его присутствие. Аваль Давида я матана юцет мина краль. Но у Давида был дар особенный. Ве о я юцет мина краль, но это... И вообще он был человеком особенным, он не был обычным. Ему нужно было сделать, приложить какое-то усилие для того, чтобы переживать Бога. У Адама было совершенно другое. Он был наивный, чистый. И он был настолько близок к Богу. Но потом, после всего падения, да, человечество отделилось. И вот в Машиахе, если мы принимаем жертву Машиахе, если мы принимаем то, что Иешуа сделал для нас, если это живет в нас, то мы как йогурт становимся. Мы становимся сроком, мы становимся годными и детьми для Бога. Мы становимся быть близкими к Нему. Если мы позволяем различным вещам этого мира отделить от нас от Иешуа, от того, чтобы быть близкими к Нему, тогда и наш срок действия подходит к концу. И тогда мы говорим, что же с нами произошло? Я отдалился от Бога. Теоретически нет, потому что ты все еще являешься сыном Бога, потому что ты являешься верующим Иешуа. Но действенным образом ты да отдалился. Я хочу сказать, иногда, когда мы читаем на русском языке этот, здесь говорится о власти. То есть власть может ассоциироваться с таким чувством, что я прихожу и ногой дверь открываю. Все это глупости. Иногда Господь дает сверхъестественную власть в молитве так, что можно ветер остановить. Но здесь говорится не об этом. Здесь говорится о близости с Богом. Когда ты чувствуешь Его. Кто меня понял? Поднимите руку. Вы понимаете, о чем я говорю? Иногда рутина отделяет нас. И здесь говорится, что тот, кто приближается к сыну, он постоянно в сроке годности. Этот срок годности обновляется внутри него. 13 стих. Ло медам, вело мехефец абасар, נולדנו איך אף למחפץ גבר כי אם מאלוהים который не от крови, а не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. פסוק הזה מצד אחד מסובך, מצד אחד פשוט. С одной стороны, этот стих сложный, с другой стороны, простый. מה פשוט בו? Что в нем простого? זה לא שאני יכול לרצות. Не то, чтобы я захочу, и мой ребенок станет близким к Богу. Или не потому, что мой ребенок родился в верующей семье, я верующий в Бога, так он автоматически станет близким к Богу. Написано, но от Бога.
Элохим раца, шеу иткарев элав, аз ху им иткарев. Господь захотел, чтобы он приблизился к нему, и то приблизился. Аз митцад эхад зе кар. С одной стороны, это просто. Аз митцад шени зе месубах. А с другой стороны, сложно. Бамиухад ле урим. Особенно для родителей. О, анахну руцим, ше мишу иткарев ле Элохим. Или когда мы хотим, чтобы кто-то приблизился к Богу. Аз ата раз ахарей бен адам азе. Ты бегаешь за этим человеком. У ата минасе ла азбир ло. И ты пытаешься ему объяснить. У ата машим это елед мурха, ва ата мазбир, тишма, ата хая. Или ты ставишь ребенка твоего перед собой и говоришь ему, послушай, так и так, ты обязан, ты должен, и так далее. И с одной стороны, мы да, должны это делать, но с другой стороны, мы должны понять, что не всегда это работает. И то, что есть так называемое дело Бога. Он захотел, он сделал. Поэтому никто не может себе повесить медаль на грудь и сказать, я это сделал, я привел этого человека к Богу. Возможно, Господь использовал тебя для того, чтобы привести этого человека к Богу. Но об этом мы читаем в Писаниях Шауля. Он говорит, мы все соработники Бога. Но Господь тот, кто сеет, поливает, взращивает и дает Бог. А мы только сотрудники Его. По до сего момента понятно? И мы должны быть близкими и показывать хороший пример, особенно нашим детям. Одна из самых больших заповедей Торы. לישון או אתה קם ממיטה, אתה יוצא מהבית או אתה חוזר לבית, תמיד תגיד לילד שלך לאלוהים. Что при выходе твоем, при входе твоем, когда ты встаешь или ложишься, выходишь из дома или возвращаешься, говори твоему ребенку о Боге. אבל עדיין תדע. Но все еще знай. אתה אחראי, אבל לא אתה מוביל. Что ты ответственен, но не ты ведешь. אז מינימום, מה שזה אומר לי. Поэтому как минимум это говорит мне. תפלל יותר. Больше молись. Не думай, что твои слова могут много что сделать. Они должны кое-что сделать. Но тебе нужно быть человеком молитвы. И, к сожалению, моему, я могу сказать себе, что я не такой. А мне нужно больше. И также я и вам говорю, вы все должны больше. Мы продолжаем. הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו, ואנחנו ראינו את כבודו, כבוד בן יחיד מלפני אביו, מלא חסד ואמת. И слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. קודם כל, מילים האלה מכריזים איזשהו עובדה. Во-первых, эти слова провозглашают какой-то факт. Что они провозглашают? Что слово Бога, то, что выходит из уст Бога, каким-то образом стало плотью. Вдруг стало плотью. Это вся линия Иоанна. И в самом начале он говорит об этом. Он сказал, что Адабар не басар, а Адабар я Элохим, Элохим я... Там написано, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это то же самое, что он говорит здесь. Здесь мы только можем понять этот факт. Но объяснить его, например, я не могу. Кто-то может, так молодец. Но много вещей в Святых Писаниях, которые мы должны принимать как факт. Что-то, что провозглашено нам Святым Духом. Я уже говорил на первом уроке.
בראשית פרק 3, о том, что написано в Бытие в первой главе, אתם זוכרים בטח את זה, כשאדם וחווה הסתתרו אחריה את השיחים. Помните, что когда Адам и Ева прятались за кустами, שם כתוב, וכל אדוני היה מתהלך написано, что голос Бога ходил между растениями в Эдеме. Голос Бога ходил. А спой, есть ли мамаш ассоциация? Коля Дунай, о, Давара Дунай, о, Давара Дунай, Митбасер. И здесь у меня есть ассоциация, что голос Бога или слово от Бога, или слово Бога, которое стало плотью. ואולי אני רוצה לגש, לתת דגש פה על קטע האחרון של המשפט שהדבר אדוני הזה היה מלא חסד באמת. Я хочу сделать ударение на то, что слово Бога, оно было полное благодати и истины. חסד באמת. Благодати и истины. על חסד אנחנו נדבר בעוד דקה. Про благодать или милость мы поговорим через минуту. אבל אמת. А истина? על פי הבנה היהודית. Согласно еврейскому пониманию, истина – это какое-то слово, которое прикасается к нам совершает в нас какую-то работу и направляет нас на правильный путь. И здесь есть свидетельство последних 2000 лет. בוודאות בחטא. Что люди, которые 100% были в грехе, היו ממש מורדים נגד אלוהים. Которые бунтовали напрямую против Бога. כשהם לקחו את התרופה הזו, את ישוע המשיח. Когда они приняли это лекарство, которое мы называем ישוע המשיח. שיפור קרה בתוכם. В них произошло улучшение. אתם יודעים, כשאתה מדבר עם רופא, вы знаете, когда вы разговариваете с врачами, а врачи говорят, ну ты можешь использовать это новое лекарство. И если врач, он честный человек, он скажет, говорят хорошо. Говорят, это лекарство достаточно новое, но говорят, что оно хорошее. А иногда он берет лекарство старое и говорят, оно доказано, что оно помогает. И каким образом доказано? Люди использовали это лекарство на протяжении многих лет. И здесь мы видим кое-что похоже. אנחנו כיהודים משיחים. Мы как мессианские евреи. לפעמים מתביישים בישוע. Иногда стыдимся Иешуа. בגלל כל מיני השמות של Jesus name, נהרגו המון אנשים שזה באמת וקרו דברים. И часто из-за того, что в прошлом истории во имя Иисуса много принесли бед нашему народу, и действительно произошло очень много несчастий. Потому что эти люди были лжецами, и на самом деле они никто не были верующими в Иешуа. Но точно, без тени сомнения, есть столько много свидетельств, что когда человек начал провозглашать и взывать к имени Иешуа, эта истина начала менять его. Кто-то изменился совершенным образом. Кто-то изменялся, отходил, падал, потом обратно вставал, и что-то произошло с ним, он ходит сейчас прямо. И различные есть пути. Но результат хороший. Кто может согласиться со мной? Поднимите руку, что вы думаете, что это правда. שם של ישוע באופן מיסטי משנה אנשים. Мистическим образом имя Иешуа изменяет людей. אתה יכול להסכים או לא להסכים? Ты можешь соглашаться или нет? אתה יכול להסתכל על דברים בצורה כזו או בצורה כזו? Ты можешь смотреть на вещи таким образом или другим? אתה יכול להסתכל על זה בצורה כזו?
בצורה יהודית או גויית. Ты можешь смотреть с еврейской точки зрения или с точки зрения других народов. אבל אם אתה בא לבן אדם שהוא נפל ואתה מסביר לו על ישוע והוא קיבל את זה, Но если ты пришел к человеку, который упал в чем-то, ты объяснил ему, и он принял, провозгласил имя Иешуа, он точно изменится. 15 стих. Йоханан хеид алав векара беамро. Зе ху, шеамарти алав, аба харай, ху квар лифанай, ки годим ли ая. И он свидетельствует о нем и восклицает, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что он был прежде меня». С одной стороны просто, с другой стороны опять сложно понять. Они говорят про парня Иешуа из Нацарета, которого знали как учителя по имени Иешуа, рави, неважно. И знали его, что он был вторым двоюродным братом, родственником Иоанна. Он на полгода был младше его. И также знали Иоанна тоже. Поэтому Иоанн говорит, возможно, я первый начал провозглашать о приближении Царства Божьего. Но он говорит, я здесь знак. על מי אני מצביע זה עליו. И на кого я указываю, это на него. והנה הזמן שלו הגיע כבר. И вот его время пришло. והוא לפניי. И он теперь будет впереди меня. חבר'ה, פה יש כמה דברים להבין לנו. Здесь есть несколько вещей, которые нам нужно понять. מצד אחד, עובדה היסטורית, זה ככה קרה. С одной стороны, это исторический факт, так это произошло. אבל מצד שני, אנחנו עוד צריכים משהו להבין. Но с другой стороны, мы еще другое должны понять. אני שומע כל כך הרבה פעמים ממכם, וגם אתם בטח שומעים. Я столько раз слышу от вас, и, возможно, вы тоже часто слышите от меня. Вот я сделал. О, ицлахти. Или преуспел. О, ибанти. Или понял. О, игати ле макшива. Или я пришел к осознанию, у меня получилось. באמירות כאלה. И иногда в таких хвастовствах. אנחנו אומרים, הנה, אני. Мы говорим, я. ויוחנן פה אומר, לא אני אלה. А Иоанн говорит, не я, но он передо мной. Это смирение. И нам нужно научиться этому. Но то, что еще более глубокое написано здесь, он говорит, он говорит, тот, кто был, тот, кто стал впереди меня, потому что был до меня. И здесь он бросает нам совершенно мистический концепт. И в иудаизме это существует много времени уже. Когда смотрят на Бытие первую главу и вторую главу, там написано о сотворении Адама и Евы, кто помнит? Есть люди, которые говорят так. В первой главе там мусбар клали эх Элохим асай аколь вехелек брия зая брият Адам. В первой главе написано, как Бог все сотворил, и упоминается, что частью его творения было сотворение человека. Вехелек пет, вехелек штайн. А во второй главе там мусбар бапрат эх Элохим бара эт Адам бехава эх у аса нитуах ле Адам эх у ци эта А во второй главе говорят, описано все в деталях, как Бог сотворил сначала Адама, потом сделал ему операцию, вынул ребро из ребра, сотворил Еву. Поэтому есть такая мысль, что вот это один способ изучать Писание. Но есть и другая мысль. Говорят, что в первой главе говорят о первом человеке, который является Машиах. Там написано, что он и образ, и подобие.
А во второй главе написано только об образе. О подобии. О подобии. אתם זוכרים, יש שם את, ה, את, ה, את השינוי. אז קשה מאוד להבין בדיוק так, מה רומס פה יוחנה. Очень сложно понять, на что здесь намекает Иоанн. אבל משהו דומה אחר כך, בידרת על הקורוסים, כותב גם שאול. Но потом что-то и подобное в послании Колоссянам пишет Шауль. מי זוכר? Кто помнит, что писал Шауль в послании Колоссянам? Что создано все имя для него. Написано, что все им и для него создано. Поэтому нас это приводит к мысли, что в Машехе есть какая-то мистика, которую нам сложно понять. Элохут. Божественность, которая превыше понимания человеческого. И это только слова. Нам нужно сказать, хорошо, я это принял. Но существует факт, что когда Иешуа родился, вся его божественность была скрыта, и не видели. Он ходил как человек. Он страдал как человек. И он умер как человек. И он и воскрес как человек. И как человек стал для нас примером. Как человек. Потому что если бы он все это проделал как Бог, тогда какой он для нас пример? Я кровь и плоть. Если грех от него отпадает, и он не противостоит греху, как я могу быть на него похожим? Но из-за того, что он 100% был как человек, и все сделал как человек, и победил грех, и стал для всех верующих примером победы. И его божественность. Это то, что мы принимаем. Так, как факт. Аминь, и все. Что я могу добавить? Но я могу использовать каждый день его человечность. Потому что по-другому я не знаю, каким образом действовать. Вы меня поняли или нет? Я хочу вернуться другими словами. Вот Иешуа, парень 21 год ему. Итак, парень устроен. Не важно, кто он. Я говорю про женщину. Что женщина, когда проходит перед ним, он, будучи мужчиной, реагирует на это, на нее. Поэтому у Иешуа была свобода выбора тоже, проводить взглядом женщину или закрыть свои глаза. Дать страсти проникнуть в его сердце или закрыть эту мысль. И говорится так про все абсолютно грехи. И написано, я лично верю в это, что написано в Новом Завете, что и дьявол, и корень греха, и злой корень искушали его всячески, но он противостоял. И из-за этого он и поднялся на то место, где он восседает сейчас. И поэтому я могу сказать, Господь наш Иешуа, помоги мне в этой слабости, потому что ты преуспел и преодолел. И здесь разжигается вся магия имени Иешуа, и он помогает мне. Кто меня до сих пор понимает? Продолжаем вперед. 16 стих. Хен мемлоо куляну кибальну бехесед аль хесед.
И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ки Тора нитна аль ядей Моше, ве хесед, ве эмет бау дерех Иешуа ха-Машиах. Ибо закон дал через Моисея, благодать же истина произошли через Иешуа ха-Машиах. А битуим аэле, зе мамаш баятиим. Эти выражения очень проблематичны. Лама им баятиим? Почему они проблематичны? Чи катву там бацура баятиим? Потому что их написали проблематичным образом. Кани батуах, ше ба текст оригинали, Я уверен, что в оригинальном тексте вот это «и», оно не было, здесь не существовало. Потому что когда здесь читается «закон дан через Моисея», а истина и благодать произошли через Иешуа, так есть такое чувство, что в Ветхом Завете Торат Моше. Был закон Моисея. Ве, бабрит ха хадаша. А в Новом Завете есть только истина и благодать. Везе нотен кезе бильбуль мисуям. И это определенным образом нам морочит голову. Ве бакнесия ха ноцрит лепамим эм хогегим ал ха бильбуль азе. И в христианской церкви они часто просто праздник устраивают по поводу этого балагана. И пытаются унизить Тору, закон Моисея. О чем я говорю? Я хочу объяснить. Как перевести благодать или милость? Милость или благодать? Скажите мне, что такое милость или благодать? Как мы понимаем? Когда делаете что-то сверх договоренного. Кину, они лоха явны, ха? По закону они подписали, что так. А я делаю больше. Маши Ютер. Кило по закону, по договору. Ну, я не могу. Айдана Ласкама. Например, у нас был договор. Римское приветствие. Как? Римское приветствие. Они люди мазарин греческое приветствие, им это уже не добирались. Абалло. Они не добирали Маши Ефраима. Я хочу сказать то, что мне пытался объяснить Ефраим. Маши Костя умер акшав. בישראל תמיד היו אומרים אחד לשני, היי, שלום. То, что Костя говорит, в Израиле мы все говорим друг другу, мир тебе. ובארצות הברית כולם אומרים, היי. А в Соединенных Штатах говорят, привет. Hello. Здравствуйте. אז בימן היו אומרים חסד. А на греческом говорят милость тебе. אז יוחנן לפעמים משתמש בכל הביטוי, הקומבינטורי הזה. גם חסד ושלום. Поэтому Иоанн иногда использует, он говорит, Шауль, вернее, мир тебе и благодать. אבל לא על זה אני מדבר. Но я не про это говорю. חסד, זה משהו מעל שהובטח לי. Благодать это что-то, что мне дают больше, чем обещали. לדוגמה, תעבוד ותעשה לי עבודה. Например, я нанял тебя, чтобы ты мне пришел и сделал работу. Что ты мне одну стенку дома покрасишь. Сагарно, с тобой договорились, что за эту стенку ты получишь у меня 1000 шекелей. Но ты ко мне очень хорошо отнесся. Так я тебе дал 250 шекелей сверху. И 250 шекелей, вот эти дополнительные, это и есть благодать. И здесь мы должны понять. Все, что мы получили от нашего Бога, это всегда благодать. И здесь я готов вместе с вами вспомнить песню, которую мы поем на Песах. Кто помнит? Рабами мы были в Египте. А он вывел нас из Египта. Это он обещал все в порядке. Но он вывел нас из Египта, и нам было бы достаточно. Потому что он обещал, он сделал это. Но он не только вывел нас из Египта, он дал нам мацот. И он дал нам ману с небес. И он вел нас облачным и огненным столбом. Мы не были этого достойны, но он все равно нам дал. Потом привел нас к горе Синай.
Гилим шела Тора. И дал нам Тору свою. Зе ло ая уфтах. Нам это не было обещано. Зе у натан бехаздо. Дал нам милостью своей. Аколь, маши Элухим натан за хесед. Все, что Бог дал нам, это милость. Когда пришел Иешуа, и здесь началась, как я иногда говорю, магия. Но что, какая разница в том, что было до Иешуа и после? То же самое, что Машиах нам привел, Бог до этого давал во время Моше. Но в Машиахе у нас есть несколько добавок очень особенных. И Новый Завет объясняет. Я вижу три добавки, вы можете добавить еще. Курбан арбе ютер эффективен. Во-первых, совершенная более эффективная жертва. Кто согласен? Магдия арбе ютер эффективен, мешая шам. Ходатай намного более эффективный, который был Коэн. Тогда у нас был великий первосвященник, а здесь у нас сам Машиах Иешуа. И третье, что я вижу, это открытая дверь для других народов. Раньше такого не было. Аз Коэ Хаяв Лавор Гиюр. Раньше другому человеку из других народов нужно было пройти гиюр и стать евреем. Но через Машиаха открылась дверь. И когда часто в церквях любят говорить благодать, 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 они сами не знают, о чем они говорят. Потому что прощение грехов было и во время Моше. Нужно было зарезать барана. Если мы что-то сделали против Бога. Но если бы я у Ефраима что-то украл во время Торы, то эта жертва не была бы в сроки своего действия. Если бы я украл у него быка, нужно было бы два мне ему вернуть. Во времена Нового Завета, если мы делаем что-то против Бога, вместо того, чтобы принести в жертву барана, мы встаем на колени и мы молимся, что Иешуа, ты умер за меня. Но если я во время Нового Завета продолжаю обворовывать Ефраима, что мне делать? Обращаться к Иешуа? Я думаю, что все еще я ему обязан дважды возместить то, что я у него украл. Это и есть вопрос благодати. Возможно, есть и четвертый пункт. Что-то изменилось во Вселенной. Наше отношение с Богом нам было дано нечто дополнительное. И это пережили во время в ранние дни в Иерусалиме. Потому что иерусалимские общины говорили: «Вау, у вас нечто особенное есть, я хочу быть частью вас». Но если мы настоящие, то это на самом деле не сильно, не очень существует, возможно, немного. Поэтому я в самом начале собрания сказал, что я очень молюсь и жду, и надеюсь, что произойдет у нас трансформация, и мы сможем стать живой общиной. Я хочу возвратиться к тем же словам. Хавину эт хесед веэмет
דרך ישוע המשיח הרבה יותר. אני שיניתי קצת את הסימסום של המילים האלה. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моше, и как ты изменил? А после, когда пришел Иешуа, мы стали понимать вещи благодати более широким образом. Как они хушев кидают? Таким образом, я думаю, стоит написать это и дать нам понять. Вопрос? Как бы тут добавить, и я просто так... Не-не-не, все. Окей. Мы адакшат увинути. Кто меня до сих пор понял? Анахну шлушим арбаим дакот ламату маспи. Мы 30-40 минут достаточно. Мы обратили лельмот улай и срым суким, а вот анахну цлах ракаль шева, шева. Я хотел выучить сегодня 20-30 стихов, но мы выучили 7. Беседа. Никто нас никуда не торопит, правильно? Шар за чурабай. Есть домашнее задание подумать об этом. Окей, помолимся. Давайте помолимся. Отец наш небесный. Я благодарю тебя за апостола Иоанна. עבור המתנה המיוחדת שנתת לו. זה особенный дар, который ты дал ему. שדרכו אתה ממשיך לדבר לנפש שלנו. Что через него ты продолжаешь говорить нашей душе. ומביא אותנו לדברים עמוקים. И приводишь нас к глубоким вещам. אני בטוח שרבים לא רק שמעו אותי, אלא גם הגיעו למסקנות שלהם. Я уверен, что многие не только услышали меня, но пришли к своим выводам. תן לנו לחוות את האמת הזה בחסד על חסד. Дай нам пережить эту истину благодать на благодать. И всегда быть сынами и дочерьми в сроки годности для тебя. Во имя Иешуа Машиах. Скажем аминь. Давайте встанем. Провозгласим мое благословение священнику. Иварех леха, Адонай, ваишмиреха. יאיר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך, ויישם לך שלום. השם ישוע המשיח, אמרו אמן. פוסט благословение Господне будет на всех нас, и помоги нам, Господи, жить и славить Тебя, и будь с нами. Во всем ישוע המשיח. אמן. שבת שלום, שבוע טוב.